Итак, тему я назвал очень просто, или я скажу, наверное, темой это сложно назвать, я, наверное, озвучу мои мысли вслух, окей? Мысли вслух, которые периодически приходят ко мне, вы знаете, и вот это вот мысли вслух, вот такая тема называется «Церковные стимуляторы». Мы сейчас поговорим, что это, я понимаю, никто так не называл темы, но вообще никто не называет темы, как я называю. Мне нравится называть их уникально, чтобы потом на них уникальные люди и нападали. Amen. Итак, слушая разные, хотим мы или нет, мы в соцсетях, кто-то присылает нам ссылочки, иногда мы просматриваем разные проповеди разных проповедников. Мне иногда нравится это делать, не то, что там зависнуть на ком-то, а просто кликнуть здесь, 15 минут тут, 10 минут тут, 5 минут здесь, просто синхронизироваться, чем занимается тело Христа. Амен? В разных уголках земли. Американцы, русские, украинцы, разные служители, разные пастора, разные евангелисты. Просто у меня бывает такой день, где я просто сажусь и просто делаю обзор того, что происходит в теле Христа. Понимаете, да? То есть, потому что очень интересно, ну, для меня лично, как для пастора, где я, кто они, где они. То есть, все вот эти вот моменты хочется узнать, где кто находится духовно и кто чем занимается, да? И вы знаете, наблюдая за проповедями, да, и проповедниками последнего времени, очень сильно выделяется уникальный феномен. И этот феномен меня начал напрягать в последнее время, и обычно то, что меня напрягает, мне нужно это снять с своей груди, и я так скажу, поделиться об этом, окей? Итак, основная часть проповедей рассчитана не для того, чтобы поднялась сильная церковь последних дней и принесла царство Бога на эту землю, а в том, как ободрить тех, кто годами сидят на лавочках в тотальном бездействии и из-за этого плохо себя чувствуют. Вы здесь? Ты себя плохо чувствуешь? Хорошо, да? Молодец, правильный ответ. Правильный ответ. И вы знаете, кликнув по разным таким, знаете, крупнокалиберным, я их называю, пасторам, я был удивлен, как сила Бога, слава, движение в дарах, в огне превратилось в служение консультации, помощи духовной гуманитарки. Ты здесь? Я, знаете, такой духовная гуманитарка. Вы знаете, какая самая мощная недвижимость на этой планете? Церковь Иисуса Христа. Вы знаете, я даже хотел эту тему назвать духовная недвижимость. Ну, я так, знаете, скинул, наверное, я назову ее церковные стимуляторы. Да? Вот наша духовная недвижимость. Поговорим сегодня о церковной недвижимости. Вы знаете, даже земли, наверное, чаще двигаются, чем верующие. Вы знаете, и наблюдая эти вещи, очень хочется некоторые, так скажу, моменты высказать. Сегодня я их выскажу, окей? И вы знаете, основная часть проповедей рассчитана для тех, кто сидит. Как же ободрить поколение, которое все знает, очень часто лучше, чем то же, кто проповедует. Иногда даже когда я запнусь на месте из Библии, большинство в зале меня моментально поправят. Пастор, ты неправильно это место сказал. Другими словами, о чем это говорит? Это говорит о многом, братья и сестры. Это говорит об очень многом. Это говорит о том, что ты знаешь Слово Божье, чем я. Знаете, иногда я говорю так, твою проповедь где-то там, знаете, повыставляют в соцсетях. Иногда мне там кто-то пришлет комментарии, знаете, комментарии по поводу моих проповедей. И вы знаете, какой-нибудь умнярик выскажется, вот здесь неправильно, с греческого это переводится вот так, вот это он не так сказал, вот это нужно было вот с этой интонацией. Я такой скажу, думаю, ну прав же ж мужик. Ну вся его сила ушла в комментарий. Не в тело Христа, не где-то, а просто в комментарии. Все помазание ушло в комментарии. Самое интересное, что вот это христианство, оно все знающее, все понимающее, все изведавшее, все школы прошедшие, все имеющее, духовно богатое, но абсолютно парализованное и никуда не желающее идти. И самое интересное, что мы с вами, знаете, ну опять, может, не мы с вами, может, другие там где-то.
Знаете, они стали такими интересными, я так скажу. Знаете, как, кто знает передачу «X-Factor», знаете, да? Или разные вот такого порядка передачи, да, например. И знаете, мы с вами как вот судьи, да, которые, или там в зале люди сидят, и там кто-то выходит, и он пытается что-то сделать, да, там. Или Америка, у Америки есть таланты, Америка Got Talent, там, или там Украина, мои таланты. Или там у России есть таланты. Да, это передача в разных уголках земли. И мы с вами такие сидим, как такие профессионалы. Лох, поешь плохо, прыгаешь низко, вали отсюда. То есть мы стали профессионалами, абсолютно бездейственными. Другими словами, единственная часть в теле Христа, которая работает, это язык. Это не к вам, улыбайтесь. Вы же себя хорошо сегодня чувствуете. Обещаю, это такие проповеди редко, поэтому просто вытерпи меня. Ты со мной? Чувствуешь направление? Чувствуешь подводные камни? Чувствуешь течение, да? Хорошо, сейчас нас понесет. Вы знаете, сейчас очень много людей становятся зависимыми от стимуляторов. Откуда появилась эта тема? Я начал разбирать тему стимуляторов, почему это поколение, подсаженное на стимуляторы. Что такое стимуляторы? Это стимулятор жить. У кого-то депрессия, ему надо антидепрессант, это стимулятор. Кто-то сделал операцию, у него болит, он принимает стимулятор обезболивающий. Все понимаете, да, чтобы прожить как-то. И вот эти стимуляторы по жизни, у нас нет энергии, мы принимаем стимулятор для энергии. И что получается в процессе? В процессе человек, говорю о физическом, мире, подсаживается на антидепрессанты, подсаживается на обезболивающее, у него уже боли нет 2 года. Но он принимает эти колеса, потому что он без них уже жить не может. Что-то должно стимулировать его. Так вот, дорогие, церковь примерно зашла в ту же дилемму. Церковь последнего времени, относи это как хочешь, относится к тебе, нормально возьмешь что-то, не относится к тебе, просто пойми то, о чем я говорю, побудь со мной вот этот короткий период времени, а может кому-то это понадобится. Вы знаете, в Сиэтле для меня подошли некоторые люди и просто поблагодарили за утреннюю тему. Они сказали, я возвращаюсь туда, где Бог меня поставил. Я бросаю вызов тем вещам, которые я уже давно отложил и с ними смирился. Может быть здесь, а может быть там, кто нас смотрит, кто-то сбросит этот вызов и опять загорится для Бога заново. Аминь. Итак, дорогие мои, что представляет тело Христа, по моему мнению, на данный момент? Окей? Смотри, люди становятся зависимыми от этих обезболивающих антидепрессантов. Это происходит по той причине, что они продолжают принимать эти таблетки тогда, когда боль прошла. И именно по этой причине подсаживаются. Вот этот феномен подсаживания на духовные стимуляторы, сейчас объясню, что я имею в виду, наблюдается сейчас в современной церкви. Как никогда. Раньше этого церковь не имела. Почему она не имела? Потому что у церкви не было доступа до всех проповедников во всем мире сегодня. Ты со мной? До всех песен поклонения, до всех групп прославления, самых мощных сегодня. Другими словами, мы живем с вами в поколении, где мы не только знаем, мы знаем все. Если не знаем, узнаем сегодня, и мы можем сравнить. Аминь? Другими словами, что сейчас мы наблюдаем в последнее время? В последнее время умножилось знание. Знание умножилось просто катастрофически. Буквально, я вам уже говорил, статистика говорит, что сегодня человек в день получает больше информации, чем живущий в 18 столетии за всю жизнь. В день ты получаешь больше информации. Это статистика. За один день все эти интернеты, новости, телефоны, фейсбуки, все твои рекламные, вот эти щиты, на которых ты едешь по улице и видишь, вот эти тонны реклам на машинах, ты получаешь в день больше информации, больше рекламы, чем человек, живущий в 18 столетии. За всю жизнь. Я когда это читал, думаю, уу, как это? И вот дилемма этого поколения. Вы чувствуете, о чем я говорю? Вот дилемма этого поколения. Мы знаем буквально все. Мы настолько знаем буквально все, и месседж благодати мы выучили настолько хорошо, что
Человек, выучивший месседж благодати, его уже не судит совесть. Он с совестью разобрался, он духовный. Вы знаете, мы научились побеждать, не входя в бой. Мы научились двигаться, не вставая. Мы научились драться, не размахивая кулаками. Мы многому чему научились, при этом ничего в реальности не делая. Вот оно, наше поколение, очень уникальное. Я так скажу, это серьезный момент. Итак, церковь, когда-то церкви нужны были одобрения с кафедры. Когда-то церкви, у нее были раны, ей нужно было утешение, ей нужна была мотивация, потому что церковь преследовали, церковь гнали, их сажали по тюрьмам, и у них действительно была боль. Все согласны, да? Но, дорогие мои, что делать с церковью, которую больше не гонят? Что делать с церковью, которой дана вся свобода, но у них до сих пор менталитет гонимого? О, это пастор, о, это он. И получается, что тело становится бездейственным. Много знаем, с каждым годом знаем еще больше, но бездейственность еще серьезнее. Окей? Итак, на данный момент церковь исцелена, ободрена. Смотри, церковь исцелена, ободрена, но она подсела на духовные стимуляторы. Теперь пасторы, слушай сюда, вынуждены ободрять и поддерживать, постоянно мотивировать тех, кто в реальности никуда не собираются. Это значит, на этого я не поеду, он уже духовно слабый для меня пастор. Это конференция лесом, потому что уже я ничего оттуда не беру. Все понимают, да, куда мы идем, да? Чем мне ехать куда-то молиться? Я уже все знаю, я буду пробиваться тут. И мы с вами выучили язык, мы с вами, как бы мне это точнее выразиться, стали очень развитыми в голове. Здесь? Здесь, да? Ну, хорошо. Я буду улыбаться при этом и говорить, что я вас сильно всех люблю. Но мне нужно это сделать, церковь, окей? Мне это нужно сделать. И потом мы удивляемся, почему мы не растем. Да потому что вот такие вот пастора со скальпелями ходят. Скажи мне, что ты меня любишь, целуешь, принимаешь меня таким, какой я есть. Я с собой еще какого-нибудь кривенького приведу на следующее воскресенье, и нас станет больше. Аллилуйя. Сейчас пройдет. Все здесь, да? Окей, идем дальше. Итак, есть единственный способ, как узнать, если личность в движении. Как это узнать? Ходишь ли ты в огне Святого Духа? Неважно кафедра, неважно твое хождение, неважно, мама ли ты только что родившая, можно ходить с ребенком и на языках молиться, пробивать небо, укладывать ад. Все понимают, о чем я? Можно просто рушить. Я не верю, что наша позиция, какие-то там, знаете, мы придумали себе отмазки, жизнь, чтобы бездействовать. И когда, вы знаете, что я заметил, как только сделали прямую трансляцию, церковь вообще опустела. Другими словами, мы для лентяев дали вообще выход из всех положений. И теперь лентяям вообще ничего не надо дать. Он даже зад не будет с кровати поднимать. Он просто возьмет телефон, скажет «Аллилуйя», и он уже тут. Бонусы, одни бонусы. Бабло приносить не надо. Аминь, аллилуйя. Бензин заправлять не надо. Аминь, аллилуйя. Не надо себя настраивать, кучерявить, мазюкать. Там, знаете, другими словами, спокуха, церковь, расслабуха. Мы живем в век великих технологий, аллилуйя. И это бонусы. Вы знаете, чем больше этих бонусов, тем кошмарнее положение. И уникально то, что сейчас люди могут сидеть на одной лавочке и друг другу посылать текст-месседжи. Господи, сохрани. Ты понимаешь, что не потому что, а потому что голос напрячь тяжело. Ну, ладно, это... Можете себе представить проблемы такие во время апостола Павла?
что это? Что? Ну, опять. За тем, что я жалею время и вас, мы отпустим эту тему на следующий раз и вернемся в стимуляторы. И вот они, наши стимуляторы. Вы чувствуете, да, что технология творит с церковью? Мы имеем не только доступ, мы поумнели. И тот, кто больше сидит дома и просматривает все, он еще умнее становится, чем у пастора в 100 раз. И ты знаешь, уникальное время мы живем, братья и сестры. Уникальное время. И вот я хотел сегодня адресовать вот жизнь вот в этом времени. Апостолы нас не поймут, 100%, потому что они даже не знают, о чем вы говорите. Они когда говорили, я к тебе приду, это значит, ну, 3 года Павел идет. Они ждут его, готовятся. Я иду. Если не съедят меня волки дикие, если меня не ограбят бандиты по дороге, если я вообще останусь жив, братья и сестры. Вы знаете, некоторые люди говорят, не надо говорить, так я к тебе приеду. Говори, если Господу будет угодно и воля его, я к вам приеду. Помните, да, вот такой, да? А я говорю, Господи, а что это? И говорит, Бог говорит, да у них действительно, потому что они пока дошли, там надо было действительно предупреждать всех, ребята, если воля угодна Богу, и я не умру, не утону, не съедят, не зарежут, не ограбят, не утопят, не закопают, я у вас буду. Через 3,5 года. Готовьте конференцию. Они не могут понять, что такое сесть на самолет, и через 10 часов ты в другой точке мира, на абсолютно другом часовом поясе, ходишь, да, чуть-чуть не выспавшийся, но ты там. Им наши проблемы не понять. Когда я говорю, я у вас буду, это значит, я у вас завтра буду в Германии, в России. У них, когда я у тебя буду, это еще вопрос вечности. Это, а может быть? Павел сказал, что придет. Сколько ждать будем? Так кто его знает? Годика 3 дадим. Смотри, с одной стороны, Дух Святой обличает церковь за бездействие, принося боль Иисуса за погибающий мир. И вот ты сидишь такой, о, Господи, и в тебя приходит боль. С другой стороны, служители-пасторы с обезболивающими проповедями и молитвами и служениями успокаивают тебя. Смотри дальше. Дилемма пасторов последнего времени знаете в чем? Что делать с умными, начитанными людьми, закончившими несколько библейских школ, которые знают буквально все, но сделали решение никуда не идти? И мои проповеди, твои проповеди, их проповеди превращаются в театральный спектакль, чтобы хоть как-нибудь тебя повеселить сегодня, брат мой и сестра. Чтобы сделать что-нибудь, что не делается в той церкви, вышивать крестиками будем, пантомиму сделаем, что-нибудь тут забумбарасим, чтобы людям было интересно. Здесь? Это же не к тебе относится. Конечно, не к тебе. Если не к тебе, то улыбайся, все нормально. Такая тишина. Всякий раз мне кажется, что я у баптистов. Или вы у баптистов утром были? Что было, а? Что тут по утрам творится? Ну ничего, следующее служение мы переходим на утро. Пробуждение начинается с того, что с кровати рано вставать надо. Окей? Вот с чего начинается пробуждение. Окей? Хорошо, идем дальше. И вот дилемма пастора в последнее время. Что делать с вундеркиндами духовными? Что сделать теми, кто знает книг, прочитал больше, чем тот, кто их учит? Это пастору нужно быть суперменом? Или церкви нужно войти в позицию свою, да? Поверьте, знание – это неплохо. Проблема, что мы делаем с тем, что мы знаем. Что мое знание делает? Ни один из апостолов, и я подчеркиваю, ни один не знал столько, сколько знаешь ты. Еще скажу, все вместе взятые апостолы, рыбаки, вот эти все, не знали столько, все вместе, сколько знаешь ты. Нет, вы не поняли. Это статистика. Правда.
Все их знание не сравнится с твоим. И? I love it, I love it. Вы знаете, у них не было ничего. Они по воде ходили. У нас есть все. А что нам по воде ходить? Мы лодку купим, аллилуйя. Мы с вами, вера не нужна. Мы с вами без веры справимся. Окей? Конференции и семинары проводятся для того... Кстати, я включил несколько семинаров. Вы знаете, конференции и семинары проводятся для того, чтобы те, кто сидят и ничего не делают, продолжали сидеть и ничего не делать, но при этом чувствовали себя хорошо. Конференции зависят от того, как взбодрить бездельников, тунеядцев и лоботрясов для безделья только счастливого. Конференция счастливого безделья. Мы за вас еще раз помолимся, а вас Дух Святой обличает. Идите сюда, мы молимся, Господи, не трогай сестру мою. Пусть сплетничает и чувствует себя хорошо. Это не к нам, это не к нам. Не-не-не. Как классно. Какая интересная проповедь получается. Вы знаете, церковь достаточно хорошо выучила благодать Бога и то, что человек не делами спасается. Вы знаете, мы стали умны. И когда к тебе кто-то подойдет и скажет, ты чего бездействуешь? А ты скажешь, а я не позволю плоти что-то делать. Знаете, мы настолько выучили язык правильный, духовный, что мы наше безделье можем по Библии доказать. И убедить всех, я не готов. А когда ж ты готов-то будешь? Ты знаешь больше всех апостолов. Он знал только то, что от Павла, потому что от Павла и написал, и прочитал. А ты знаешь все. И даже интерпретацию всех проповедников по поводу того, что писал Павел, тоже знаешь. Вот это глубина. Держи меня. У них не было расширенного перевода. У нас все есть. И церковь вместо того, чтобы войти в позицию, сделать это место тренировкой, подготовки, Мы делаем это место культивацией безделья, придумыванием новых погремушек, чтобы церкви было веселее в этом манежике играться. Новую соску, новые блестящие ботиночки. Тукнуло, и оно замигало все. Новая музыка, новая гитара, новые уша, уа. И, о. Мы друг друга забавляем. Мы уже настолько выросли духовно, что я даже не знаю, кого честно приглашать, потому что все духовно слабые. Господи, есть ли на этой планете сильные люди? Пошли к нам. Я один раз задам, говорю, Господь, почему народ не хочет видеть этих людей? Говорит, потому что народ уже должен делать больше, чем тот, кого вы приглашаете. Это для думающих. Это глубина. Здесь мудрость. Я с вот такой головой хожу. Иногда я не знаю, как ее в машину даже вместить. Знаете? Не знаю уже как. Еду с конвертаблом. Открываю, знаете, крышу и... Чтобы голова такая умная. Всем совет могу дать. По поводу всех ситуаций. Едет голова. Так, оставим этот топик. Итак, она достигла. Вы знаете, церковь выучила язык благодати. Это значит, человек не делами спасается. Это о чем говорит? Он говорит о том, что не трогай меня. Человек не делами спасается, он спасается по благодати. И вы знаете, для этого поколения лучше сражаться с виной бездействия, и лучше сражаться с обличением Святого Духа, чем сражаться с тьмой. Чем сражаться с духами тьмы века этого.
Мы лучше каждое утро будем просыпаться и придумывать отмазку перед Богом: Господи, ну ты понимаешь, ситуация у меня такая, я немножко подстыл, ну ты меня держи в своей охране. Вы знаете, что самое прискорбное? Прискорбно то, что церкви, основной массе, всего лишь достаточно быть спасенным. Вы знаете, что каждый из нас, вот ровно на том уровне, где мы находимся, мы можем начать реформацию в своем доме. У тебя может начать взрываться то, что вокруг тебя находится прямо сейчас, прямо здесь. Начинаешь врубать и начинаешь молиться, начинаешь поститься. Некоторые люди уже давно не молятся, давно не постятся. Почему? Они духовно выросли. Теперь они всего лишь сражаются с депрессией от безделья. Ага. Идем дальше. Для этого поколения лучше сражаться с виной бездействия, чем с царством тьмы. Это я выучил точно. Вы знаете, я задал Небесному Отцу вопрос: почему большинство христиан не жаждут реальной славы, силы и огня? Что я имею в виду под реальной славой? Под реальной славой я имею в виду реальную славу. Сошло облако, и ты через трое суток еле-еле выполз из этого зала. Кто понимает, что такое слава Бога? Я не говорю о том, что пришло какое-то облачко, маленький туман, и коснулся моего сердечка. Мне на секундочку стало так хорошо. Вы знаете, я не говорю о той славе, которая приходит по нашему графику. Господи, уже касайся, потому что я ухожу через 3 минуты. Касайся сейчас, Бог. Все понимают, о чем я, да? Вот пробуждение, Господи, оно должно произойти, когда я в зале. Когда меня в зале нет, Господи, лесом все. Я уже ушел, бесполезно делать пробуждение. Ты здесь? В Сиэтле тоже тишина была почему-то. Не понимаю, что такое. Улыбайся, кричи аминь, как обычно. Ты ж такой действующий весь, такой горящий. Почему люди не жаждут реальной силы огня? Почему большинство не ищет близких взаимоотношений с Богом? Ответ простой. Большинству подходит, даже нравится Бог, который делает все, что его просят, но не вмешивается в личную жизнь христиан. Ты понимаешь, значит? Нам нравится Бог, который я живу всю неделю, что хочу, а потом у меня что-то мне плоховато стало. И я: Бог, сейчас плохо мне. Дай мне пилюльку от душевной боли. Вы знаете, нам выгонен Бог. И потом, как только Бог хочет идти дальше в тебя, да? А ты говоришь: что, Бог? Я сказал только хорошо сделай. Куда ты? Ключи никто не давал дальше ходить по комнатам. Ты здесь? Господи, давай, может, в прихожую зайти, обнять меня, сказать, что ты меня любишь. Ну и до свидания. До следующей депрессии. Бай-бай, Иисус. Естественно, да? И вот это мы воспитали христианство, которое достаточно выучило язык Бога, чтобы слышать. И вы знаете, сейчас христиане умные. Это раньше им не нужен Бог, а потом, если нужен, весь нужен. Сейчас мы профессионально выучили все, что надо от Господа, все, что надо от дьявола, все, что надо по выгоде из компромиссов взяли и состряпали свою жизнь. Так интереснее. Если что, знаете, статистика с одного журнала говорит, который делали, американский журнал делал опрос. Какая самая ходовая молитва в церквях, в американских церквях, вот по всему. Самая ходовая молитва, это секретный опрос был. Ходовая молитва — это: Господи, дай мне несколько минут перед тем, как я буду умирать. О, никто не знаком с этой молитвой, не? Нет, ой. Простите. Я попал в общество величайших. Преклоняюсь перед вашим величием. Никто не молился? Я молился такой молитвой. Потому что я достаточно был умен, чтобы не хотеть идти в ад. Но абсолютно желающий жить своей жизнью. Все понимают, что такое выгодный Бог. Выгодный Бог — это Бог, ты иди ко мне, сделай вот это, ну а потом, ну не трогай меня, не надо меня обличать, просто люби меня такой, какой я есть, Иисус. Ты же сказал,
Разбойника любил, вот люби меня, я разбойник. Если я что-нибудь завтра сделаю, ну, sorry, Jesus. Смотри. Я задал ему другой вопрос в разговоре с Богом. Почему люди не бегут к нему массами? У вас когда-нибудь был такой вопрос? Вот у меня был такой вопрос. Ты же Бог. Почему к тебе не ломятся массами? Не, ну, реально. Исцеляющий. Освобождающий. Творящий чудеса. Любящий. Дающий тебе вечную жизнь. Ну как не любить такого Бога? Объясните мне, ну одни бонусы. А оказывается, за всем этим стоит еще один. Царство небесное подобно купцу, ищущему. Продолжаем. Ну вы же все знаете. Мне даже Библию не надо открывать. Вы моя Библия. Вы можете сразу продолжать наизусть все. Ищущему драгоценных жемчуг. И когда он нашел одну жемчужину, да, он пошел, что сделал? Продал. Не надо мне говорить, что все в Царстве Божьем стоит бесплатно. Библия раз за разом говорит, что платить надо. За спасение не надо. А за Царство Небесное в тебе, на тебе и у тебя надо. И не просто чуть-чуть. Все. И вот где дилемма. С нами немного людей, или не так много, как мы хотели бы, только по одной причине, потому что, приходя сюда, цена высвечивается. Ты здесь? А цена простая. Все. И кто-то, который не разобрался там своим пузыречком алкоголя, с порнушкой, с брехушкой, там, знаете, с какой-то сварушкой. У него язычок не там, ручки не там. Другие вещи тоже не там. Ну ладно. И, понимаешь, всякости не там, где надо. И вот дилемма. Я хочу Бога, но только на моих условиях. Касайся меня, Бог, ну, только вот здесь. Ниже я сам коснусь. А что вы подумали, а? У нас не религиозная церковь, точно. Ну правда же, а? Ну как стелит, а? Ну точно, ну. Господи, касайся только, вот, чтобы тут было тепло. А во всех остальных местах я позабочусь, чтобы тепло было. Сам. Смотри. Почему такое у небесного царства такое медленное движение? Вот мне интересно, ну почему, Бог, ты еле ползешь, Господи? Ну не задавали ли вы такой вопрос? Да приди, да порви, да взорви, все здесь сказали все холерики. Аминь, аллилуйя. Ну, Господи, ну почему? И Господь мне ответил очень просто. Он сказал, я имею продукт на данный момент, на который нет спроса. На духовный продукт у душевного поколения спроса нет. Знаете, на что у душевного поколения спрос? На душевное. И чем больше ты примешаешь шуток, прибауток, веселух, прибамбасов душевных, тем моментально вырастет церковь. Любые сферы, любые приколы, душевные, я не говорю духовных, я не говорю о движениях, я говорю душевное, то, что позабавит меня. Смотри, Бог говорит, на этот продукт нет спроса, потому что этот продукт будет стоить им всей жизни. Вы взяли? И вот я согласился отдать ему всю мою жизнь, чтобы увидеть продукт неба. И честно сказать, нас, такие как мы, дорогая моя семья, при всем желании видеть больше таких, как мы, нас немного, церковь. Потому что честно, честно, любой, захотевший быть с нами, не сможет быть с нами. Знаете почему? Потому что нужно попрощаться со всеми компромиссами, ложью и грязью в своей жизни. Дорогие, честно вам сказать, не все захотят это сделать. Скажу честнее, большинство не захочет это делать. Я когда-то был частью плотской церкви, дорогие мои, вы знаете что? Уникально что? Я ходил вроде в церковь,
душевно меня там массажировали и убеждали. И нужно было вовремя каяться, когда приезжал брат попугать тебя, Адам. И самое интересное, что этого было достаточно, чтобы просто не пойти в ад. Жестоко, но это правда. На данный момент очень небольшое количество людей готовы к этому шагу. К какому шагу? К шагу, помните, на энкаунтере есть такая фраза. Я тот, кто решил идти до конца. Я один из тех, который решил идти до конца. Ой, сколько с нами рядышком молятся этими молитвами людей. Вспомните, церковь, за эти 10 лет, Бог мой, через мои руки одно, через ваши руки, служителя, сколько прошло людей? Через ваши. И вы знаете, всякий раз, когда заканчивается энкаунтер, и я в очереди обнимаю людей, я обнимаю, смотрю в глаза и задаю внутри себя вопрос. Господи, не он ли, захочет ли он пойти? Захочет ли он оставить все ради тебя? Честно сказать, если один с энкаунтера находится, Бог мой, для меня это праздник, честно. Один. Церковь, ну положа руку на сердце, ну давайте на чистоту, да? Если один за весь энкаунтер, сколько там, 30 мужчин, 20 мужчин приезжает, неважно, сколько разные энкаунтеры, один. Я говорю, Бог, для меня это победа. В основном, как только попустила, угадайте, где мы, церковь? Назад, туда, где я и был. И я молю Бога, и знаете, мне честно, мне так хотелось бы, чтобы Царство Божье овладело. Но Царство Небесное, оно подобно закваске. Церковь, не написано, что Царство Небесное подобно, я не знаю, фаеркракеру. Вот оно. Написано, Царство Небесное подобно закваске, которое работает, но медленно. Ты его положил, и ну там... И ты быстрей! А оно работает по своему графику. И так хочешь, смотришь на Иисуса. Ну, Иисус, ну почему у тебя так мало успеха было? 12, и среди них там попался еще один калека. 11 нормальных мужиков всего лишь. И те, которые потом сказали, Иисус, сори, в этот период времени мы с тобой не можем быть, меня духовно одолевают атаки. Я пошел на рыбалку. Ну, ладно, это отдельная тема. Может, кто-то понял, кто-то нет. Слава Богу. Смотри. Это именно... Смотри. И честно сказать, кто хочет посещать церковь, в которой обличается пассивность, лень и бездействие? Ну, кто? Тот, кто хочет разобраться со своей пассивностью, ленью и бездействием. Ленью и бездействием. Те, кто не хотят, дорогие мои, вот эти месседжи, они будут их раздражать. И они даже, выйдя из этого зала, найдут себе церковь, где их не будут трогать, примут такие, какие они есть. Они будут бездельничать до конца своей жизни и быть уверенными с кафедры, что они все делают правильно. Как легко найти то... Но я честно скажу, дорогие мои, я давно уже Богу пообещал, если я и моя жена, которая будет вынуждена меня слушать, останется, я все равно буду говорить правду. Ты здесь? Это именно теплое поколение, которому такого Бога достаточно. Церковь, вы знаете, что я абсолютно уверен, и я так скажу, слушая многих уникальных учителей Писания, которые толкуют Библию, все соглашаются, что церковь сейчас живет в лаодикийском периоде. Понимаете, да? Я сейчас прочитаю чуть попозже, что такое Лаодикия, Лаодикийская церковь. Это когда ангел, Иисус, извиняюсь, пришел на острове Патмос к Иоанну, к любимому ученику Иисуса Христа. Иисус к нему пришел, и он говорит, запиши вот это ангелу Лаодикийской церкви. И он ему так и говорит, ты разбогател, ты говоришь, что ты не имеешь нужды, ты говоришь, что ты одет, ты говоришь, что ты все знаешь, все имеешь, я своими словами говорю. Но вы знаете, что мы живем именно в этот период, где только вот этот ангел, он включается только в наш период времени, потому что мы живем во времени, где мы разбогатели, все знаем, все понимаем, все имеем.
Вы знаете, Библия говорит, что я тебе говорю, да, Иисус говорит, передай ему, что ты не холоден, не горяч, а так как ты теплый. Вы знаете, я исследовал немножко теплоту. Я понимаю, каждый трактует ее по-своему, но я ее трактую вот как. Вы знаете, что такое теплота? Теплым может стать только тот, кто был горячим. Нет, я еще раз не верну вас назад. Теплым не может стать человек в мире. Теплым может стать тот, кто когда-то горел. Что такое теплота? Как мне Дух Святой объяснил, для меня на моем языке. Теплота – это выгодные элементы с обоих царств. Я беру горячее, то, что мне выгодно от Бога, и я беру холодное, то, что мне выгодно от дьявола, с царства мира. Складываю все это вместе, и получаюсь я теплый, компромиссный человек, который знает Бога, но он не собирается ему посвящаться, потому что у него балласт холодного мира, который и делает в составном меня теплой личностью. Все понимают, что такое теплое? Теплое – это я, который беру выгодное с обоих миров. Самое выгодное, которое я беру из мира Бога, Иисус пострадал, и Он любит меня, когда я Его не любил. Он покрывает все мои грехи благодатью. Поэтому я могу немножко и погрешить, и погулять, и поделать то, что мне хочется, жить своей жизнью. Вы знаете, церковь, я верю, что заканчивается вот это время, и я так скажу, мы будем двигаться и распространять вот этот огонь и это слово, мы не будем останавливаться, и я верю, что пусть нас будет и немного, но каждый это будет чемпион, каждый будет просто зажигать все вокруг него. Мы не будем останавливаться, каждый из нас будет маяком в своем городе, в своем, я так скажу, там вокруг своих соседей, на твоей работе. Тебе, я уверен, что здесь есть люди, к которым подходят и спрашивают, кто ты? Люди, которые не знают, ты им не говоришь, а я верующий, там бирка, там не спасетесь, в ад пойдете, не примите Христа, в ад пойдете. Иногда едешь за этими людьми с наклейками, думаешь, брат, а так хочется остановить и возложить руки. Потому что не проповедуется так Евангелие, церковь. Любой прочитает это, вот это, в ад идешь, все это, вот это послание на бампере, да? Честно, не привлекает это. Некоторые люди говорят, вы не принимаете людьми, какие они есть. Я принимаю всех такими, какие они есть. Я просто не согласен оставлять такие, какие они есть. Все за мной? Мы тебя принимаем и голубого, и розового, и с радугой. Но поверь, я этого беса выдавлю из тебя. Я ему не позволю этой заразе здесь жить. Ты со мной? Это моя позиция. Мы принимаем всех, любим всех, но мы не оставим тебя такой, какой ты пришел. Компромиссная церковь, она делает нишу для всех, чтобы все себя чувствовали хорошо. Да позиция церкви наоборот. Большинство людей не будет себя чувствовать хорошо при послании Иисуса Христа. Потому что каждый раз послание бьет в компромиссы, бьет в грех, бьет в грязь. Все за мной? И поэтому давайте войдем в нашу позицию, как церковь Иисуса Христа. Итак, мы в ладикийском периоде. Большинство людей берут выгоду из обоих миров. Мы знаем достаточно слова. Мы с Иисусом заключили завет о нескольких минутах перед тем, как я кувыркнусь. Я имею в виду, умру. И Иисус, и ты живешь своей жизнью. И вот выгодные миры, да? Мы поднимаем армию Христа, церковь, а не пытаемся помочь чувствовать себя хорошо тем, кто сделал решение никуда не двигаться и ничего не делать. И здесь? Мы поднимаем армию Христа, и если мы мотивируем к движению, а не к продолжению ничего не делать. Я абсолютно понимаю, что то, что в моем понимании делать, это абсолютно не то понимание у тебя, что нужно делать. Но... Библия говорит, идите по этому миру и проповедуйте Евангелие. Не написано, идите и пропитывайтесь по всему миру. Просто вот заваливайтесь. Я не против всех этих вещей. Но, дорогие мои, моя пропитка Богом должна закончиться захватом царства тьмы и проповедью Евангелия. Ты все со мной? То есть моя пропитка, моя впитка неба, моя впитка славы должна закончиться, что я вбираю это, и потом я бью всеми своими знаниями, молитвами, пророчествами и постами. Все понимают, да? И мне нравится это, мне очень это нравится, жизнь, где, знаете, когда я приезжаю, много чего начинает меняться, потому что ты приносишь с собой заряд неба.
Okay? И этот заряд может помочь только тем, которые сделали решение идти. Ты никогда не разбудишь того, кто сделал решение никуда не делать. Ты Иисуса сюда поставишь, и он, по мнению большинства, будет слабый. Okay? Слабый Иисус, дайте нам другого кого-то. Что ты здесь, люби ближнего? Давай, покажи нам что-нибудь. Если здесь есть теплая субстанция, то через это слово Дух Святой должен тебя обличать. Ты должен чувствовать себя отвратительно. И я молю Бога, чтобы Он вырвал это поколение из теплой, выгодной позиции и комфортной зоны. Я молю Бога, чтобы мое слово активировало людей. Я молю Бога, чтобы около меня не все смогли тусоваться. Потому что для некоторых ты будешь слишком горячий, чтобы их компромиссы остались в них, продолжая двигаться с тобой. Ты со мной? Вот почему некоторые люди, не некоторые, а Библия говорит, вас будут ненавидеть за имя мое. Почему? Потому что ты слишком светлый для поколения, жаждущего жить во тьме. У кого дети есть, вы знаете, как иногда ты их будешь. Тьма. И ты утречком приходишь, да, и так включаешь, что происходит с твоим сыном и дочерью. Боже мой, там война, одеялом накрываемся. Ты принес свет в его жизнь. А там война, там вот, да. Вот примерно вот то же с этим миром, который привык во тьме, потому что это поколение избрало жить во тьме. Христиане избрали жить во тьме. И поэтому ты, принося свет, все тобой, твоим присутствием все обличаются. Да ты на свадьбе будешь сидеть в самом углу, чтобы тебя никто не видел, и все равно будут тыкать пальцами и шушукаться насчет тебя. Нет, такого не бывает, да? Или только у меня одного такое бывает? Да ешь свой салат. Ешь ты свое оливье и перестань на меня тыкать пальцами и оборачиваться. Я вижу тебя, вижу тебя. Что, тяжело сидеть и заниматься своими делами, когда дитя Бога в зале, да? Хорошо. Смотрите, Откровение Иоанна 3:14. Давайте прочитаем это уникальное место. Потому что я верю, мы живем вот в этом периоде, где вот эти места, которые я сейчас прочитаю, да, из Библии, вот этот момент, он относится именно к Лаодикийской церкви, к другой он не мог относиться, потому что только мы с вами имеем информацию, и вот то, что описывается, оно относится к нам. Смотри. Ангелу церкви в Лаодикии напиши, вот что говорит тот, чье имя Аминь. Мне, кстати, нравится имя Аминь у Иисуса. Вы знаете, я познал Бога как Аминь. Кто не познавал Бога как Аминь? Ты только хочешь что-то сделать, Бог говорит Аминь. Ты только, Господи, у меня идея, он Аминь. Только ты, Аминь. И потом я познал Бога как Аминь. Сидеть. Чё, имя Аминь. Свидетель верный и истинный начаток творения Божьего. Смотри, что он пишет ангелу церкви Лаодикии, что в переводе пастору церкви Лаодикии. Я знаю дела твои. Знаю, что ты не холоден, не горяч. Лучше тебе быть либо холодным, либо горячим. Но так как ты только теплый, а не холодный и не горячий, то я изрыгну тебя изо рта моего. Ой, Господи. Вы знаете, большинству христиан кажется, что теплое состояние – это неплохо. Дорогие мои, это верный путь погибели. Потому что, знаете, это человек, который научился жить по выгоде. Он все знает, он всех знает. И он для себя выбрал вот этот путь. Смотри. Поскольку ты говоришь, смотри, что говорит вот этот человек. Я богат, я разбогател, у меня ни в чем нет нужды. Дорогие мои, только сейчас церковь может сказать это. У нас с вами нет нужды. У кого-то нужда есть в еде, no. В одежде, no. В проповедях, no. В молитвах, в информации, в прославлении. No. У нас нет нужды ни в чем. Единственное, в чем у нас есть нужда, положа руку на сердце, это в живом Боге. Честно. Реально. В движении неба. Если честно сказать, меня сравнить с апостолом Павлом или нас, вот, да, наше поколение, вот сравнить. По сравнению с ними, они имели нужду во всем.
Мы с вами не имеем нужды ни в чем. Это нам с вами кажется, что мы имеем нужду. Но если бы мы с вами взвесить нас по сравнению с апостолами и с той жизнью, то, честно сказать, мы не имеем нужды ни в чем. У нас не только у нас хорошие дома, у них не было. У нас машины по несколько, у них не было. У нас работы, у нас вакейшены. Мы не имеем нужды ни в чем. Смотри, дальше. Я богат, разбогател, у меня ни в чем нет нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Бог говорит, как раз вот то поколение, которое дошло до вот этой позиции и говорит, я ни в чем нет нужды, это говорит о том, что приобретая все, мы потеряли как поколение и как церковь все самое главное. Библия говорит, что Иисус говорит, ты не понимаешь, что ты слеп, наг, ты вообще ничего не имеешь. Тебе кажется. Мы живем сейчас в этот период. Дорогие мои, наша голова взрывается от знаний, но наш дух воет каждую ночь о жизни и славе Бога. Дорогие, это не только у нас с вами. Дорогие, под церквями, если честно сказать, опустить там, кто кого любит, кто ненавидит, деноминации, забрать и взять просто чистую душу человека. Мы все, имея все, вопием, не имея ничего. Разговаривая с людьми, даже которые не собираются там даже присоединяться, все осознают нужду в Боге. Чем больше мы имеем в этом мире, тем больше теряем того, что хотели бы иметь. Теряем Бога. Несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. 18 стих. Я даю тебе совет. Когда Иисус дает совет, лучше прислушаться. Смотри. Купи у меня золото, очищенного в огне. Опять купи. Это для любителей благодати невыгодно. Ну что опять купи, купи. Все по благодати, аллилуйя. Ляпнул, вылил масло, сказал бумба-шумба. И пошел пахать нивы для Христа. Ну, Библия много раз говорит. Приобрети, купи. Царство небесное подобно, все продал, купил поле то, все продал, взял жемчужину то. Царство Божье. Дорогие мои, все, что бесплатно нам с вами досталось, единственное, я еще раз повторяю, это спасение. Единственное, что мы с вами не можем взять, это омыть себя, оправдать себя. Это сделано. Все остальное, я и ты. Купи очищенного золота. Смотри, что он говорит. Я даю тебе совет, купи у меня золото, очищенного в огне, чтобы разбогатеть, по-настоящему разбогатеть, и белую одежду, чтобы одеться, не выставлять на показ срам своей наготы. Купи также мазь, чтобы помазать глаза и прозреть. О, интересно. Оказывается, это поколение не только нагое, слепое и нищее, да? Оно абсолютно ничего не видит. Он говорит, купи мазь, чтобы помазать, чтобы видеть. Это оказывается, мы плохо видим. Смотри, он говорит здесь, я обличаю и наказываю только тех, кого я люблю. И так будь ревностным и раскайся. Смотрите, тот теплый комфорт, который бездейственная церковь переживает сейчас, это медленная, но уверенная путь к смерти. Просто уверенный, медленный путь к смерти, к разрушению, к разложению. Вы знаете, церковь сегодняшних дней похожа на детский сад, из которого никто не собирается уходить. И даже если кто-то захочет уйти, тебя оттуда никто не собирается отпускать. Вы знаете, дебилы выгодны церкви. Они выгодны. Им нравится держать людей в задебилизированном состоянии. И просто знаете, что... Вы знаете, церковь в последнее время, не знаете, что превратилась? Знаете, с чем я ее сравниваю сейчас? С католическим движением много лет назад. Ты им приносишь десятины, даешь свое время, численностью считаешься, да, для них. А они тебе за это продают индульгенцию. Что это? Это комфорт, что ты спасен, удовлетворение в твоей душе. Все понимают, о чем, да? И вот ты приходи, плати, делай все, а здесь для тебя с кафедры будут заливать такие классные дифирамбы. Спокойно живи, делай, что хочешь. Мы тебя благословляем. Okay? Тяжело, очень тяжело. И в этом поколении, я так скажу, говорить вот эти месседжи, Бог мой, лучше скажи нибудь что-нибудь хорошее, чтобы я когда ушел отсюда, хорошо себя чувствовал. Дорогие мои, мы не почувствуем себя хорошо перед тем, как не почувствуем себя очень плохо.
Вы знаете, я люблю, когда меня Дух Святой обличает. Это значит, у меня есть возможность исправиться. Опять говорю, те, кто ходят в огне, да не относится это к вам. Я знаю, что большинство людей здесь, вы жаждете, и я честно говорю, вас можно сравнить, я не то что сравнить, поставить в пример очень многим людям. Потому что многие из вас здесь уплатили многим, чтобы только даже находиться здесь. И я абсолютно этим ценю. Но не забывайте тем, дорогие, кто мы как церковь. Амин? Для чего мы здесь на земле? И я верю, что это не место, которое должно вот просто кваснуть, и я должен становиться певцом еще забавнее, еще больше. Теперь я не только говорю слово, теперь я еще и карате делаю. Чтобы, ну, я увеличиваю свои, я повышаю квалификацию, чтобы церкви не скучно было, аллилуйя. Ты со мной? Я верю, дорогие мои, что это место тренировки, где мы поднимаем тебя до взрослого состояния, и ты входишь в свое призвание. И ты сюда приходишь не погреться, а приносишь часть своего огня в этот костер. Все понимают, о чем я говорю? И когда мы собираемся, мы друг другу помогаем стать еще сильнее, еще ревностней. Не просто собираемся сюда, пастор, ну расскажи мне, что не будет, чтобы мне на следующей неделе было о чем подумать, аллилуйя. Ну, кстати, у тебя будет о чем подумать на этой неделе, гарантирую. Статистика говорит, кстати, из того же журнала, который вот этот журнал попался мне, не буду называть его, хороший журнал. Статистика в этом журнале говорит, делали исследование, какие церкви самые быстро растущие и что происходит. Смотри, статистика говорит, что большинство мега-церквей, это которая очень много людей. Я не говорю там, знаете, 500, там 1000 людей, это мелочи. Я говорю 20-30 тысяч. Все понимают, да, что такое мегацерковь? Большинство, не все, большинство мегацерквей, это те, которые не проповедуют радикальное послание Иисуса Христа, не проповедуют изгнание бесов, исцеление больных, не проповедуют реформацию, не проповедуют, наоборот, эти церкви толерантны к педофилам, толерантны к грязи, толерантны к алкоголю, толерантны ко всем вещам и извращениям. Все понимаете, о чем я говорю? И вы знаете, этот журнал просто сделал статистику и вырезочки некоторых интервью этих больших пасторов, которые из-за того, чтобы собрать толпы, просто уничтожают стандарты. И Библия превращается из книги жизни в книгу хороших советов, которые ты можешь принять или нет. Все понимают? Библия, да, это Слово Божье, но мы тебя любим, ты можешь принимать ее, можешь нет. Просто послушай меня, я тебе скажу, как я живу, я тебя не осуждаю. Вы понимаете, да, месседжи, да? И самое интересное, они говорят, именно самые мощные, огромные, быстрорастущие церкви – это именно те, у которых нет стандартов, у которых смыты границы, у которых позволяется и то, и то, и то, и другое, где сквозь пальцы смотрят на это, где сквозь пальцы смотрят на то, где не обличают это, где не изгоняют бесов там. Все понимаете, да, о чем? И я был шокирован, я говорю, Господи, а это как назвать? Бог мне говорит, это назвать душевное поколение. Душевное поколение. Ты не трогай меня, а я тебе взамен дам мой приход и мои финансы. Ты не обличай вот эту мою третью любовницу, с которой я в церковь хожу, а я в этот момент буду тебе отстегивать деньги. Не надо обличать мое пристрастие к алкоголю, и я буду с тобой дружить. Не надо обличать мое воровство, мои махинации с АРСом, не надо обличать это, и я буду постоянен в приходе в твою церковь. Все понимают, о чем, да? Вот оно, в чем мы живем. И как только ты начинаешь выдвигать радикально, оп, опустили, оп, и кто? Господи. И ты уже как Илия. Господи, я один остался. И моей души ищут, аллилуйя. Вы знаете, иногда со своим радикальным посланием ты не знаешь, какие ворота ехать. Ты же, Господи. Самое интересное, что все тебя знают и все тебя слушают. Но души твоей-то ищут. Некоторые знают, о чем я говорю. Ваши души тоже ищут. Ты не успеваешь к родственникам прийти, и все. Все уже точат нож. Иди сюда. Сейчас поговорим, где Господь живет. Кто-то солидарен со мной, да? Есть парочку человек? И ты знаешь, я знаю, что люди идут на посиделок и на день рождения, на свадьбы, как на заклание. Ты получаешь приглашение, и ты как читаешь, куда надо ехать и с кем за столом сидеть, все, ты уже готов к вознесению. Сочитывать будет, кто? Сидеть, кто?
Господи, я хочу так сильно заболеть на этот день. У кого-то было такое, да? Или я тут один такой, который не хочу ездить на ОТО. ОТО-то. Сегодня так от души, просто разговариваем с вами. Расслабьтесь, сегодня не проповедь, сегодня разговор от сердца к сердцу. Все. Какая-то проповедь странная, это не проповедь, это разговор. Смотри. Итак, статистика говорит, не я, статистика, что большинство мегацерквей — это те, в которых не проповедуется радикальное послание. В радикальное послание входят разные вещи, которые я упомянул. Именно по этой причине, чем больше толерантности, тем больше могут войти люди с разными проблемами и не будучи обличаемыми. Все понимают, да? То есть, вы знаете, когда я приехал на одну конференцию в американскую церковь, честно, дорогие, ну, не осуждаю никого. Когда я увидел, на входе в здание стоит красивая пепельница, урна, затушить бычки. Здесь, в Америке, в Вашингтоне, извините, я не в Вашингтоне сейчас, я в Орегоне, в Вашингтоне, постоянно забываю, где я везде, я вне времени, аллилуйя, вне штатов, вся планета твоя, Христос. Честно, приехавший на одну большую конференцию, зашел в один из больших залов несколько лет назад, я был шокирован, стоит урна, и люди стоят, заходят нормально, забычковал, жвачечку здесь взял, и он пошел на конференцию. Вы знаете, я так подошел к двери, и все, и у меня что-то это, конференция уже что-то перехотелась как-то. И при мне там человека три забычковали, еще пожелали мне хорошего дня. Я думаю, Господи, им еще и хороший день у них. У меня сейчас весь день испортился. И знаете, а потом я поговорил с людьми, с ашерами, когда я зашел в это здание, я спросил, ребята, а что у нас здесь стоит? Говорит, нормально. И он такой говорит, you not supposed to judge. Знаете, как вот есть вот эта толерантная тема? Говорит, ты не должен осуждать, мы любим всех. Я говорю, да любить можно, ну, алтарь, что стоит здесь? Курение возносим. Кому, братья и сестры? А потом я узнал, там у них барабанщик на зарплате, и он постоянно выходит, у него нервы, знаете. Ну ладно, это другая история. Че я? Это настоящая история, реально, реально. Я даже в перерывах видел барабанщика выходящего и нервно курящего, у него просто с нервами, видно, тяжело. Ну все, перерыв закончился, пойдем сейчас финансы собирать. Я не знаю, но меня просто колбасит. Я не знаю. Может, кто-то уже и подпривык к этому, я не знаю, но не я. Так, хватит, заканчиваем. Вот об этом я говорю, окей? И чем больше у тебя будет, знаете, вот таких алтарей в церкви, разного рода, тем больше у тебя будет все пополняться, брат. Расти, все будет. Когда церковь теряет силу и становится неспособной изменять мир, то мир приобретает силу и становится способным изменять церковь. Кто-то это услышал или повторить? Когда церковь теряет силу, чтобы изменять мир, мир приобретает силу и изменяет церковь. Это говорит о том, что церковь становится пристанищем любой нечистой птицы, помните, да? Любому гаду, любой гадости, любой нечистоте. Она просто становится вот этим домом. И Откровение очень хорошо об этом говорит. Я сейчас, это не та тема, я туда не буду идти. Что именно это стало пристанищем любому духу. Комфортно для любой нечистоты. Но я скажу, нет, дорогие, до конца нашей жизни, ты и я, мы будем говорить о чистоте, силе, святости и огне Святого Духа. И ни одного шага назад, ни одного, останусь один. Но я верю, что нас больше. Я читал про Илью, ему Бог там сказал, успокойся. Вас еще много таких, которые не преклонили колен перед Валом. Поэтому я знаю, нас не так уж мало. Но честно сказать, дорогие мои, по сравнению с этим огромным миром, не так уж нас и много, амин. Люди, которые решили отдать Иисусу все. О, это потребуется чего-то. И теперь церковь недовольна на Святой Дух за бездействие и недвижимость, что в церкви ничего не происходит, но также требует от пастора ободряющий месседж и поддержку в молитве, чтобы их не обличал Дух Святой за бездействие.
И здесь парадокс. Почему ты не движешься, Бог? Только начинает Бог двигаться, Бог освободи нас от этого движения. Бог, почему ты не движешься? Почему у нас нет чудес и знамений? Давай вот начнем сейчас. Раз, и Бог стучится к тебе. Нет, Бог, туда не лезь. И вот этот парадокс, вот в этом парадоксе живет сейчас церковь. И чем больше компромиссов в церкви, тем больше к ней могут присоединиться тех, кто меняться не собирается. Итак, если церковь не имеет силы, чтобы изменять общество, церковь меняется, адаптируется, чтобы привлечь общество. Сейчас такие трюки, дорогие, когда я начал смотреть брошюрки некоторых церквей, я был потрясен, что там делать. Может быть, какой-то проповеди скажу, но сейчас время нет. Я был шокирован извращением ума человеческого. Каких только кружков там нет, каких только приколов там нет, лишь бы ты не чувствовал себя одиноким. Можете представить? В одной церкви, может, для кого-то это нормально, не знаю, ну не для меня, я старомодный, извините меня. Клуб играющих в покер. Я хотел эту брошюрку сразу здесь посвятить. Вы знаете, я открываю брошюрку. Ладно, там крестиком вышивать. Это уже нормально. Ладно, там балерины в церкви развелись. Нормально. Ладно, там у них в одной церкви это мисс там сидят мужики толстые, смотрят девок. Ну клуб играющих в покер. Вы перешагнули, уже все дозволенное, братья и сестры. Серьезно, я не шучу. В церкви открываю, среди всей хрени, клуб играющих в покер. Я говорю, так что это, я могу прийти в церковь поиграть в покер? Да. О. Честно, смеетесь, да? Плакать хочется. Плакать хочется. Конкурс красоты? Конкурс похоти старых псов. Ой. Служителей церкви, извините. Серьезно, я как увидел фотку на Фейсбуке, конкурс красоты, выходят молодые девчата, их, их оценяют. Честно, это сейчас происходит в церкви, чтобы привлечь внимание людей, чтобы они были и не уходили. Любому греху построят пьедестал, чтобы это могло существовать. Не то, что это обличается, это поощряется. Меня, честно, как старомодного христианина, я так скажу, меня это шокирует церковь. А где Бог? Где 24-часовые молитвы? Где двухнедельные посты? А, у нас игра в покер, извините, мы заняты. Может, в следующий раз наберу смелости, прочитаю еще некоторые вещи, которые я на брошюрках читал. Удивитесь. Итак. Когда, например, я ободряю или тебя ободряют служителя, да, центра, мы мотивируем тебя и ободряем к движению. Но когда человек не желает двигаться, ободрение превращается в каждодневную обязаловку. И эти люди будут только там и в той церкви, где пастор не касается их жизни, не сует свой нос в их личную жизнь и ободряет, и мотивирует, и продолжает с ними вот заниматься. Давайте прочитаем. Вы знаете, что в Библии есть название вот таким пасторам? Я имею в виду пасторам, которые пытаются обличить что-то, пытаются вынести правду, да? Этих пастырей немало. Я вам честно говорю, их хватает в разных уголках. И к нам приезжают эти люди, проводят конференции. Вы видите, какие радикальные люди приезжают и на сцене стоят. Просто ты просто благодаришь Бога, что есть на этой земле посвященные люди. Но вы знаете, смотрите, что Бог говорит Иезекиилю. Знаете, Иезекииль был очень радикальный, если кто знает, о чем я говорю, читали, да? Иезекииль был очень уникальная личность, он приносил Слово Бога. И смотри, что Бог говорит Иезекиилю. Иезекииль 33 глава, 30 стих. Смотри, что здесь написано. Иезекииль 33:30. «А тебе, сын человеческий, твои соплеменники разговаривают у стен и дверей домов, говоря друг другу». Смотри. «Идем, послушаем весть от Господа». Это значит, они приближенные к Богу, да? «Мой народ ходит к тебе», это Бог говорит Иезекиилю, «ходит к тебе, как обычно, и садится перед тобой слушать твои слова, но не исполняет их. На их устах лесть, а сердца их тянутся к нечистой наживе.
Истинно говорю, ты для них, что певец, поющий о любви красивым голосом. Или другой перевод говорит, ты для них, как забавный певец. И хорошо играющий. Они слышат твое слово, но не исполняют его. Вот сейчас мы живем в это поколение. Приходи, расскажи нам. Но ты нам просто еще одна проповедь в наш набор знаний. Теперь мы знаем и положение церкви вокруг нас. Теперь после этой проповеди ты становишься еще умнее. Ты за мной, да? Иногда люди эту проповедь берут не потому, чтобы к себе исправить. Теперь я это, говорю, вот они как живут. Хорошо, будем это знать. Это в наш мешок знаний помещаем. Заканчиваю. Это превратилось в церковную зависимость последнего времени. И вот если осветить то, о чем я говорил, вот о чем я говорю. Церковь умная, крещенная Святым Духом. А прошедшие библейские школы, некоторые даже не одну. Люди, которые наполнены знанием, читали книги мощнейших людей, но 90 или больше процентов из них ничего не собираются делать и никуда не собираются идти. Объясните мне, как Царство Бога способно двигаться? И вы мне говорите, реформация не нужна? Ой, нужна. Ой, как нужна реформация, дорогие мои. Это поколение достаточно набожно, слушай, чтобы слушать слова Бога, но оно достаточно далеко от Него, чтобы делать то, что Бог им говорит. Мы достаточно близко, чтобы слушать, понимать, но достаточно далеко, чтобы делать и посвятиться. Это поколение выучило достаточно духовных трюков, чтобы просто избежать ада. И знаете, что шокирует? Этому поколению хватает всего лишь спастись от ада. Дорогие мои, ну я верю. Я верю, 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 верю. Поднимется это поколение. Мы увидим с вами это поколение, которое жило в первоапостольское время. Люди, которые радикальны ради того и ради чего они посвящены. Люди, которыми, дорогие мои, поверьте мне, когда сейчас хорошо, и ты стоишь, ты не популярен. Но когда вокруг начнется уникальное время, угадай, кому люди пойдут за помощью. Угадай, у кого они будут совет спрашивать. Угадай, чьи они проповеди будут тогда начинать слушать. Чьи советы они будут принимать. Конечно же, твои, потому что ты от начала стоял и не двигался. И сейчас просто пришло время, которое доказало, кто есть кто. Okay? Продолжай стоять, не разочаровывайся, всегда говори истину, всегда стой за правду, не дай никому унизить или опустить тебя только для того, из-за того, что ты не играешь с ними в их игру. Okay? Тот человек, который вместо того, чтобы идти играть в покер или делать еще что-то, да, заниматься какой-то ерундой, ты идешь молиться, поститься и уничтожать царство тьмы. О, дорогие мои, поверьте мне, награда ваша велика. Поэтому я говорю, дорогие, не сдавайтесь. Я верю, что поднимутся те, кто тотально посвятят своей жизни Богу. Я согласен, церковь, что этих людей будет немного, но я точно знаю, что когда они поднимутся, они принесут царство Бога на эту землю. Аминь? Воздай славу Богу. Воздай славу. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. О, смотрите, и компьютер у нас родился. О, заработало, да? То он у нас там тоже кашлянул. Хорошо, дорогие. В этой короткой молитве, дорогие, вот все, что я здесь говорил, если оно к тебе не относится, оно к тебе не относится. Но если внутри у тебя Дух Святой что-то напомнил тебе, просто прямо сейчас поговори с Ним. Не надо унижать проповедь, проповедника. Не надо говорить, это опять. Дорогие мои, Бог способен тебя через ребенка обличить. Бог способен через рекламу твоего любимого сериала, который ты смотришь, через рекламу тебя обличить. Бог способен говорить через все. И поэтому я говорю, когда Бог обличает, я поднимаю обе руки и я сдаюсь. Я просто говорю, знаешь что, Господь, я не собираюсь идти против тебя, я не собираюсь. Если меня это обличает, я поднимаю обе руки к небу и говорю, прости и измени меня. Дорогие мои, давайте попросим, потому что некоторым, я знаю, это надо, и в этом зале, и там, кто смотрит нас, чтобы вновь загорелась твоя жизнь огнем Святого Духа. Дорогие мои, просто закрой глаза сейчас и вспомни, как ты горел, когда Бог впервые ворвался в твою жизнь. Вспомни,
как ты двигался. Если ты двигаешься, горишь в огне, ты с Богом ходишь каждый день, да, не обращай внимания, но это относится к тем людям, которые действительно чувствуют Бог. Я не там, где я был. Я не там, где я был. И Библия говорит, вспомни, откуда ты упал, и вернись, и твори прежние дела. Если ты это не сделаешь, я сдвину твой светильник. Дорогие мои, Бог ищет посвященных. Я прямо сейчас поднимаю руки и опять говорю ему, любимый, я твой. Пусть мои темы будут для кого-то непопулярны, пусть мало просматривают, мало слушают, но я стою за истину. Я не собираюсь сдвигать принципы моей жизни ради увеличения количества людей на стульях. Бог, я хочу видеть тебя. Я хочу видеть твое движение. Я хочу видеть твои принципы в жизнях братьев и сестер. Я хочу видеть непоколебимое поколение, которое отдало своей жизни тебе навсегда. Бог, я верю. Мы будем продолжать говорить и пророчествовать. Пусть человек за человеком, пусть семья за семьей, пусть раз в год кто-то придет. Но когда они придут, это настоящие чемпионы, это те, которые реально посвятились. Бог, мы знаем, что то, что делает дух непопулярно для души, наоборот, оно раздражает душевное поколение. Но мы верим, встают духовные великаны, встают чемпионы, встают эти светильники, встают эти личности, которые будут давать стандарты, принципы, свет. Мы верим, Отец. Мы эти люди, сделай нас этими людьми. Мы не хотим прожечь эту жизнь, пытаясь. Дорогие, если мы с вами открыли эту дверь, давайте перестанем смотреть, давайте просто войдем в Царство. Мы уже открыли ее, мы уже приняли Иисуса, уже открыли, уже увидели, что по ту сторону порога находится. Давайте распахнем эту дверь и войдем к Иисусу. Скажем, Бог, ворвись в мою жизнь. Бог, наведи порядок во мне, исправь всю грязь, высвети все, что тебе не нравится. Буду мучиться, буду ломаться, буду кричать. Продолжай свою операцию на моем сердце. Вырывай всю грязь и грех из меня. Я не хочу. Лучше я буду судим сегодня, чем быть судимым, Господь, с адом. Чем быть судимым, когда уже поздно. Суди нас сейчас, суди меня сейчас. Исцеляй меня, исправляй меня, очищай меня, высвечивай все нечистое во мне. Я в твоих руках, любимый. Потому что эта жизнь закончится. Все закончится, вся наша работа на людей, весь наш маскарад закончится. И я предстану, мой дух предстанет перед тобой. И там я не смогу придумать отговорку. Поэтому я прошу тебя, любимый Дух Святой, продолжай работать надо мной. Я твой. До конца моей жизни я твой. И все сказали: Эйма, Эйма, присядьте, дорогие, присядьте.